Что за барашек у нас тут? Да потрогаю. Можно потрогать? Да могу. Да могу. Это она на ночь накручивала себе непонятно чем. Бумагой или чем? Да, туалетной бумагой. Ну и как тебе? Где мой ремень? Не знаю. Ну что, прикольно. Ты расчесывала? А если расчесать? А если всю голову накрутить? Я не знаю, где твой ремень. Давайте собираться быстро в школу. Всем привет, доброе утречко. Я не пойду туда. Почему не пойдешь? Потому что ну не ходи, иди спать. А что ты встала? Выпрямила свои кудряшки. А ты, наверное, сильно замотала. В глаз попала, прости. В глаз попала. Ну, Ксюша. Я не пойду. Я сказала нет. В глаз пальцем заехала. Каролина вчера забыла у папы в машине рюкзак. А папа же у нас в ночь работает. И она не успела сделать домашку. Лео. Да. Каролина. Папа ему говорит, она пишет. Каролина, ты сама должна делать. Нет. Хитруля. Вителя, Марсита. Папа, Маргарита. Маргарита, не забудь к Максу зайти, пожалуйста. Привет, Марго. Ладно, зайди, скажи, да. что он болеет. Как Марго ходит? Okay. Что у него температура, и он очень всю ночь кашлял. Ты мяч берешь? А? Дума, что ты играешь? У нас тут коробочки наполняются немножко. Скоро у нас весь коридор будет в коробках. Вот так вот. Отсюда, до сюда и до потолка, наверное. Да-да. Мячик с собой нельзя в школу брать? Нет. Почему? Можно. А у нас завтрак. Как ты себя чувствуешь? Горлышко болит? А? Всю ночь кашляем. Так, что у нас на завтрак сегодня? Чай клубничный. Кофе закончилось, папа пьет чай. Да? Угу. Горячий. Бонни, ты уже кушала, нечего здесь прыгать. Так, у нас здесь авокадо, омлетик, хлебушек, черный, белый. Тебе намазать чем-нибудь? А, ты уже положила омлет сверху. И все. А, вот еще сыр Филадельфия. Кто хочет, не знаю. Я буду кушать серенький хлебушек. Пришло время стричь кусты. Вчера уже сосед сказал, что он постриг у себя, потому что этот кустик, он переходит наполовину на нашей стороне, наполовину на его стороне. И он свою сторону уже подрезал. Теперь наша очередь. Куст уже цветет. Видите, вот это вот темненькое. Это уже листья новые растут. Это вообще прикол. Папа собрался стричь кусты, и он обрезал провод. Он же с этим... Смотрите, он обрезал провод, а не куст. Смотрите, вот. Это в прошлый раз он обрезал случайно, а это сейчас он срезал. И у нас скоро удлинитель весь будет переклеенный, заклеенный. Ну как вот так можно? Он только включил и обрезал. Сейчас отремонтируем бедный провод, а? Сколько он уже операций пережил. Привет! Маску снимай. Как дела? Нормально. Бонечка рада. Бонечка рада, как всегда. Бонечка, привет, Нутик. Ну что, Ксюнечка не видела? Нет? Посмотрите, что мы нашли. Знаете, что это такое? Это отпечаток лапки Кики. Нужно подписать, Ксюш. И сегодня Ксюша хочет сделать тоже отпечаток. Вот она достала гипс и будет делать отпечаток Рики на память. Написала? Вот. А так, подожди. Кики на память. Нельзя потерять. Лапку. И нельзя потерять. Просто водичку добавить? Давай добавляем. Сколько? Я не знаю сколько, по чуть-чуть добавляй. Если будет сильно жидкий, то не получится. Так, ну у меня там еще осталось. И боньки надо сделать тоже. Наверное. Много, наверное. Я не знаю, как ты будешь отпечаток оставлять сильно жидкое. По поводу кошечки, которая к нам приходила, она убежала и больше не пришла. Девчонки хотели ее оставить, но... Я говорю, что кошка, которая уже приучена к улице, ее дома невозможно задержать. И все равно нельзя. Проблема в том, что кошка все равно убежит. Угу. Она будет проситься на улицу. Ты дверь откроешь, она пойдет и все, и не вернется больше. Если хочешь кошечку, то нужно заводить котеночка маленького. Понятно? Тогда можно его приучить, чтобы он был только дома, домашний, и никуда не убежит. Даже... Прошло 2 дня, она не приходила больше. Сейчас мы сделаем отпечаток Рики и Бонни. Всех отпечаток сделаем. Макс, так, мы пообедали.
Сейчас девчонки пойдут в школу. Вот. Ксюша, а ты несешь хомяка? Давай, я уже подготовила. Мама. Чуть-чуть вот так вот. Не видно ничего. Ой, видно? Ксюша, пусть пойдет. Пойдет. Переднюю лапу не смогу. Что мне делают? Что со мной делают? Все, теперь Рики. Сейчас мы... Это хорошо получилось. Сейчас палочкой накорябаем имя. Мама, а Кики имя. Тоже сделаем? Мы уже сделали. Мам, высохнем. Смотри. Все. Жди, она хорошо должна провалиться. Коготочки. Все хорошо будем делать. Не надо кушать. Надо теперь хорошенько, чтобы они высохли. Это Рики. Это Рики. Все, она уже захватилась. Девчонки пошли в школу. Деньги? Давай деньги. Чьи деньги? Оставь здесь, я потом приду со школы. Я думаю, это мне. Смотри, здесь бабочки. Что? Спорт у тебя, что ли? Давайте. Гудбай. Пока. Нормально? Не испортила она? Откуда я знаю? Она все засыпала. Ну, тут еще было. Тут вся клавиатура, видишь, смотри, там все белое. Угу. Каролина взяла гипс и насыпала Ксюше на клавиатуру. Но она все равно тебя любит. Да, Каролин? Любишь Ксюшу? Да? Да, конечно. Ты с любовью, да, ей пакостишь? Тихо! Ой, боже мой. Кнопки тоже какие-то надо протирать. Да. Ну не все вместе, потому что я потом не знаю. А ты потом вот так вот оставляешь, чтобы не запутаться, да? А если я так перемешаю? Я тебя перемешала, там вот час сидела. У меня дела поважнее, мне нужно сегодня мыть ванную комнату. Маргарита с подружкой поехали в какой-то магазин. Тут у нас недалеко, в соседнем городке. Погода не очень, идет дождь. Мне некуда складывать вещи, коробки закончились. Займусь уборочкой. Мне еще нужно голову помыть. Кто-то спрашивал насчет мебели, если мы будем с собой мебель брать. Мы хотим взять мебель частично, не всю. Сейчас я расскажу, примерно покажу, что мы возьмем. Бардак небольшой, но... В общем, мы возьмем кровать обязательно Максу и Каролине. И, наверное, вот эту вот полку. Шкаф мы брать не будем. Насчет столика я подумаю, потому что... В Испании дома уже с встроенным шкафом везде, в каждой комнате. Поэтому шкаф мы не будем брать, это уже минус, это уже плюс места нам. Поэтому мы возьмем самое главное, это кровать, матрасы. Нашу кровать мы тоже заберем. Вот это точно нет. У девчонок в комнате мы забираем кровать, как всегда. В общем, кровати мы все берем, абсолютно все. Шкаф для одежды мы брать не будем. Вот, стол. Ну, если Ксюшка берет компьютер, поэтому стол, конечно же, ей нужен. У Маргоши в комнате тоже шкаф мы не берем. А зеркало она забирает, кровать она забирает. Вот эту полочку, скорее всего, нет. В общем, мы будем решать по ходу дела, сколько у нас будет места, потому что, может быть, у нас не поместится что-то, и там мы уже посмотрим. Так, стол берем, стулья нет, стулья старые. Диван, я хочу взять диван. Он мой самый любимый. Вот из всех диванов, что у нас были, это самый любимый диван. Я его хочу взять. Он очень большой. Он делится на 4 части. Раз, два, три, четыре. Вот уголочек маленький. И три вот эти части. Вот эту, скорее всего, полку не будем брать. Под телевизор мы возьмем, потому что телевизор мы берем. Так, вот это мы тоже возьмем обязательно. На улицу поставим. Там будет бассейн. Лежаки мы тоже возьмем. Велосипеды тоже возьмем. Вот. И это... Тренажер я еще не знаю, посмотрим, если войдет. Пальма я тоже не знаю. Пальму хотелось бы мне забрать, но пальму везти в Испанию, где куча пальм, я не знаю, это как-то... Посмотрим, пальмочка на самом деле очень хорошая, она так выросла, и я не знаю. Если поместится, то возьму, если нет, то она, в принципе, может остаться и у наших родственников. Ну вот и все, ребят, вот все, что мы забираем. Стулья у нас старые, мы можем и купить еще одни. Видите, они тут продавленные все. И они много места займут. Клавиатуру тоже берем. Конечно! Ну вот, я бы кухню забрала, если честно, если бы могла. Кухня очень классная. Там другая будет кухня.
такие вот краны чистые, как зеркало. Но надолго не хватает. Пару дней, и все будет забрызгано, заплевано. Кстати, джакузи мы починили. Помните, я, по-моему, как-то говорила, что у нас джакузи поломалось. Починили. Все работает. Слава богу. Приехал к нам знакомый. И он разбирается в этом всем, в электрике. Все нам сделал, починил. Сэкономили, считай, $1000. А так бы на ремонт у нас 1000 бы ушла, это точно, на такой джакузи. Ты где была? Зинс! Что ты там делала? У кого скоро день рождения? Очень вкусно. У Ксюши. У Ксюши 14 мая день рождения. 14 мая это пятница. А мы будем отмечать в субботу. Чё, как отмечать? Придет бабушка с дедушкой. И, в принципе, больше никого, только мы. А друзей она не будет приглашать. У нее таких нет друзей, прям близких, которых можно пригласить домой на день рождения. Племянницу Алену. Ну да, или только племянницу. Тетя с племянницей привет. Уже кушали сосиски. Все, на обед сосиски, на ужин сосиски, на завтрак сосиски. Нет, только на обед были сосиски. Не хочу я сосиски. Ты не будешь сосиски кушать. В общем, ты будешь варить спагетти? Хочешь отваривать спагетти? Я буду жарить курочку, куриное филе. Спагетти. Хочешь отваривать спагетти? Я буду жарить курочку, куриное филе. И потом со сливками, и можно перемешать с этой. Все. Что вы кричите? Вообще есть много, ну как много, 3 книжки целые с рецептами. Почему мы не пользуемся? Есть, я вчера за продуктами ходила, позавчера. Так, вот одна книжечка. Смотрите, здесь какие рецепты. У меня как раз цукини есть. Что здесь для этого нужно? Причем здесь торт. Торт тебе будет на день рождения. Вот, смотрите, какие мясные фрикадельки. Ты что, сколько литров налила? Ты что, прикалываешься, что ли? Она холодная! Беги! Она холодная! Ксюш, выливай, половина выливай. Подожди, нет, 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 не выливай, не выливай. Чтобы зря вода не пропадала, мы ее лучше в фильтр нальем. Все, сейчас я тебе на голову налью. Так, все? Все, хватит, ставь. Ставь на плиту. На плиту ставь. Как закрывала? На 9 ставь, чтобы быстрее закипело. Все показано. О, шоколадный торт нашла, Ксюша. Вот он. Такой? Угу. Такой тебе надо? Угу. Ну вот, как раз рецепт. Вот и сама делай. Шучу. Сделаем тебе тортик. Это клубничный. Полонечко. Классно. Смотрите, как тут все показано. Все, как нужно сделать. Это, надо... это продукты какие нужны, да? Ну вот, такой вот у нас ужин на сегодня. Спагетти в сливочном соусе с куриным филе. Решила еще быстренько салатик нарезать. Вот такой вот сыр добавлю. Салат и руккола. Поел вкусно? Вкусно было? Или невкусно? Может, невкусно? Вкусно, точно? Ладно, теперь наша очередь. Спокойненько посидеть, покушать, пожалуйста. А я сейчас буду печь куличи, которые я пекла на Пасху. Детки попросили, им они очень понравились, но я их мало сделала. Ну, получается, я сделала 5 маленьких и одну большую. С изюмом не все едят, Макс и Каролина не едят с изюмом, поэтому они захотели, чтобы я сделала просто с орешками. Обыкновенные куличики без изюма, орешки, надеюсь, у меня остались. Вот, у меня остался миндаль.
Тесто я замесила, сейчас я уберу. Что ты делаешь? Такое вот тесто получилось. Иди делай домашнее задание. Не хочу. Иди. Не хочу. Вон, Маргарита с тобой будет делать, давай. Мне пока не разго. Я не понимаю. Нужно вырезать и поиграть в мемори. А вот это тоже вырезать? Кики. Вот Кики. Девочка моя. Кики. Старушечка ты моя. Она даже на задних лапках стоять уже не может. У нее сил нет. Привет. Ушла? Ушла в домик. Вот так вот тебе. Мама, где вода? Вода сейчас принесу. Я думала, он меня укусил. Это была его лапа. Сейчас приветик передадим опять. Кто-то у нас выиграл. Приветик у нас выиграла Виолетта Калистратова. Виолетта, тебе привет передаем. Ты, по-моему, уже выиграла привет. Или Сигну, или привет. Потому что я уже это имя помню. Я его несколько раз уже встречала. Так вот, почешем тебе. Я тебя сегодня хотела подстричь, но я забыла. Ты уже обросла, Собакин? Ты обросла уже? Пока! Иди. Все, спокойной ночи. Все, ребятки, пока.